смотрите, ребята, какой трабант в стиле басазоку. Колесо, видите, как стоит? Ну, это трабик. Немецкий ГДРовский автомобиль. Полностью сделанный из стеклопластика. Крылья на него продавались в супермаркетах. Смотрите, какое состояние. Видно вам? Обалденная тачка. Сейчас посмотрим, что там в салоне. Ну, если вам видно, белый руль. Это, наверное, передачи там переключаются. Вот это кожаное сиденье. Не, ну неплохо, неплохо. Колеса, видите, под каким углом задние стоят? О, вот эти стороны. Все, диски, все чинарем. Ну, очень редкая машина. Сейчас практически таких машин уже не осталось. Вот. Самый ее главный и большой плюс, что она не гниет. Она полностью из пластика. Смотрите, какой перец прикольный. Вот такой вот трабик голубенький в стиле басазоку. Колеса, видите, как стоят, под каким углом. Такой машины, если купишь, то точно ни у кого не будет. Все, всем пока.